Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это моя рубрика с хардкорными играми «Бомбящий пукан», и в рамках этой рубрики игра «Сдавайся! Give up!» Игра о поражении и сожалении. Вот как раз то, что мне и нужно, как раз то, что я искал. Нашел игру совершенно случайно, кстати говоря, просто набрал Hard Games, и она была одна из тех, что мне вышли в гугле. Значит так, на заднем плане идет довольно крутая музыка, честно говоря. Мне даже жалко, мне сейчас жалко, что, скорее всего, придется ее убирать, потому что она не защищена какими-то правами. Блин, меня эта ситуация уже достала. Сколько раз у меня это было? Начнем, пожалуй. Сколько раз у меня было, что я записывал? О, новый вызыватель. Вызыватель. Короче, новый испытуемый. Итак, клавиши стрелочек, дабы идти. Сколько раз это было, что я записывал какое-то видео, потом выкладывал на YouTube, и оказывалось, что эта мелодия защищена. Give up. Ну, на название игры, да. Итак, этаж номер один. Это только разогрев. Давай, да прольется кровь. Это только разогрев, да прольется кровь. Складывается такое ощущение, что какой-то чувак девственницу анальной лаской лишает. Можешь ли ты прыгнуть так высоко? Попробуй прыгать дважды. Заметь, это последний. А я это, кстати, уже и сам нашел. У меня какой-то на рефлексе как-то сработал. Мне захотелось два раза нажать, он два раза у меня прыгнул. Это легко, да. Меня зовут Тесл Фуд. У меня немножко нужно тебе... Что? Я должен... У меня есть... А, мне не особо нужно знать твое имя. Ты скоро сдашься. Да, конечно, разбежался, скоро сдашься. Не, ну я вообще, конечно, не самый стойкий игрок, скажем так. Побольше я выдержал 3 серии всего и дошел там до первого босса и... Ну, это просто потому, что это глупо дальше продолжать, игра становится уж раздражающей. Так, а когда устанешь, просто нажми на... А, так на нее нажать можно, это что, не название игры, что ли? То есть я могу сдаться, да? Когда я устану, я могу сдаться. Хорошо. Внизу, да? Там, где написано «неудача», прикинь, вот этот сволочь меня стебет. Мало того, что он меня заставляет сдаться, он еще и потом светит. Неудачник ты. О, смотри, места, где можно умереть. Какой уж... Слушай, чувак, когда-нибудь будет уже хардкор? Я не знаю, я чё запустил эту игру-то? Я её запустил не для того, чтобы смотреть на твои сраные шипы. Ну и что это? Ну и что это такое, блин? Да это для сраных инвалидов умственного труда. А? Вот! Первая смертушка. Первая дэтушка. Дэтушка. Кстати, класс, чё бы нет. Дэт по-английски смерть, поэтому можешь сказать дэтушка. Идиотизм. Так, и еще больше всяких... чего он сказал? Спайкс... Копий, наслаждайся, да уж наслаждайся. Так, давай-ка. А видишь эту кнопочку там внизу? Кнопочку «Сдавайся». Я знаю, ты хочешь ее нажать. Чувак, у меня такое ощущение, что это как, знаешь, какой-то, блин, реально совратитель-педофил. Вот над этим маленьким синеньким мальчиком стал, наклонился и говорит, видишь вот эту кнопочку у меня? Вот нажми на нее. Это кнопочка, да, это видеоигра, давай. Не, чувак, не прокатит. Возможно, тебе стоит выйти на улицу и поиграть в сокер. О, подожди. Ты ж застрял тут ради моего развлечения. Так, ну хорошо. Но это, блин, пока все очень-очень элементарно. Я просто понять не могу. Эта игра, это стёб? А, не, может, и не стёб. Может быть, сейчас пойдет посложнее. Просто я хочу понять, эта игра заставит таки меня сдаваться? Или это все прикол просто? Или это все мы отыгрываем роль испытуемого, который неудачного испытателя испытуется? Чего-чего? Ты знаешь, что кнопка «Сдавайся» готовит для всех теплые печеньки, кто ее нашел? Не прокатит, чувак. Во-первых, я теплые печеньки. Ну как, они были не теплые, но они были печеньки, я их недавно ел. Сволочь! О, вот это уже. Это уже по образцу Супер Митбоя. Там тоже были такие штуки. Двойной прыжок — хороший навык. Тебе определенно нужно его усовершенствовать. Ну, сейчас посмотрим, насколько мне нужно его усовершенствовать. Это легко, в принципе. Ох ты! О, вот начинается! Моя бабушка может прыгать выше, чем ты, дважды. Если бы я не был, правда, составной частью механической, у меня была бы бабушка. Подожди, а может, у меня есть робот-бабушка? Рабабушка такая. Робот-бабушка-рабабушка, почему бы и нет? Бабушка-рабабушка, хе-хей! Вау, как это было смешно. Так, ах ты сволочь. Тихо, тихо, ребята, тихо, не трогайте. Вот, началось. Ну, наконец-то, то, чего я так долго ждал. Я проигрываю и нервничаю, это правильно. Это так и должно быть. Так и должно. Ты смотри, теперь тут получается и шипы, и стрельба. А что ж будет дальше? И
Я, кстати, заметил, внизу написано, что я прошел 27%. О, да игра мне даст жару еще, я думаю. Да, действительно, действительно, она меня помучает. Мало ли, может, даже на две серии, хотя нет, на две серии это, я думаю, не затянется. Это просто не нужно, она. Вот как там, я не знаю, я уже который раз это делаю. Каким, блин, образом мне там так подпрыгнуть? Ту, блин, я прям на этот луч смерти, или что это такое? Что это за сраные белоснежные яйца летят? Ау, тихонько, тихонько. Так. Открыл, отлично. А, кстати, у меня не сместилась рамка бандикама, я надеюсь. Нет, не сместилась. То есть просто попробуй нажимать кнопочку Give Up. Ничего не будет, я обещаю. А меня назад откатит. Вот я не буду этого, наверное, делать. Я прям чувствую, что меня назад откатит, блин. Так, ох ты, зараза, прям сразу начинается. И здесь еще один. И потом там еще один. Ну, по... ух ты. Я с первого раза пройду. Обалдеть. А, вот так вот, да? Так, я смотрю, становится все хардкорней и хардкорней. Сука, падла, отстаньте. Да дайте мне пропрыгать. Просто я приземлиться, потом пропрыгать. Нет, не пропрыгать. Дайте мне просто приземлиться, я хотел сказать. А пропрыгать это... Ах ты, черт. Ах ты, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это довольно весело, надо признать. Пока что, да? Пока я еще не окончательно тут спятил во всем этом деле. Потому что оно сложнее становится, как бы. Но мне нравится. Мне очень приятно управлять этим человечком. Объяснить сложно, но управление тут такое достаточно приятное. Я надеюсь, у меня количество смертей-то хоть не ограничено. Это будет очень обидно, если это так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, вот это пошла жара. Чувак, я тебе вообще не завидую. Мне не видно, улыбаешься ты там или нет. У тебя лицо такое, не выразить. Зараза, тут еще и сыпется. Сколько? Да там 30%, 37% вроде. Ну 40 почти, ну это ж кошмар. Мать твою, я даже не соображаю, что я делаю. Я серьезно, я лишь бы куда-то полететь. Ну, прыгает он, кстати, классно. И опять-таки, если я буду... Я не знаю, буду ли я выключать звук в этой игре, потому что музыка, авторские права и всякое такое. Но я отмечу, что у чувака звук прыжков, вот когда он хрыкает, как в третьем квейке, блин, вот реально. Мне даже складывается ощущение, что они оттуда этот звук реально спиздили. Вот мне так кажется, когда я сейчас играю. Но я плохо его, честно говоря, слышу. Ух ты, блин! Да! Проник, отлично, давай уворачиваться дальше. Ух, экстремально, мать его, и надо... Я не знаю, классно, очень классно сделано, очень прикольно. Музыка, все это в совокупности, весь этот нескончаемый экшен. Еще и все потом осыпаться будет. Ну, пока я как-то более-менее справляюсь, пока еще даже особо нервничать. Ага, конечно, распизделся, да, нервничать ему нет смысла. Сейчас заставят. Так, это ж потом, подожди, потом вообще все что ли будет? Это как понимать? Это что такое, блин? А, я понял, мне надо как-то это осыпать, это дерьмо. Ну давай вот так, раз. Вот, все, прыгнули. Хорошо, получилось. Да блин, сколько этого дерьма тут, хватит уже, елки-палки. Мне кажется, ни одного исторического деятеля никогда не пытались так уничтожить, как меня сейчас. Никакого, на Кеннеди одного патрона там хватило, насколько я помню. Так, ага, ну это будет несложно, я думаю, вот так вот поуворачиваться, в принципе. Я думал, я уже не успею. Там уже буквально эта срань меня догоняла, блин, когда... Тихо, отвали, сука. Так, все, отлично, давай сюда, раз, оп, ага, хрен там. О, смотри, двое пидорас. Ёлки-палки. А что это там красное появилось, а потом про... это перебор, все, хватит уже усовершенствований, серьезно, ребят. И что? Стоп, а в чем сложность? А, ну да, конечно. В чем же сложность, действительно? Сложность в том, что нужно прям с самого края каким-то образом умудриться. Сука. А, ну погоди, сюда давай. Да, блядь, какого... Ну, сейчас, стоп, давай. Вот так, нет. Слишком далеко, ну слишком ты далеко это делал. Да не, ну зачем ты его сбросил? Все, это капец, его нельзя сбрасывать. На него надо четко упасть и потом на... Ужас. Ужас, но весело. Ужас, но весело просто. Сколько я прошел? Половину. Я только половину прошел, это такая жесть уже идет. Что ж будет дальше? Мне действительно придется сдаваться, а я не хочу. Я не хочу сдаваться. Стоп, тихо. Проникаем, отлично. Ничего, сейчас будет попроще. Сейчас, здесь я уже... Ага, вот здесь я уже приноровился, в принципе. Не надо вот этого мне. Да ну зачем это делать? Сволочь. Перестаньте.
Куда? Куда ты там своим лучом смерти? Не свети туда, не надо. Зараза. Зараза, 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 зараза. Уйдите от меня. Уйдите от меня все. Я, да ну-ка, ну что, даже там уже задели, а? Ну да, даже там нельзя мне пройти спокойно. Не, ну тут надо просто приземлиться так. Не надо подпрыгивать, наверное. Да, это, блин, то... Это та еще хренота, слушайте. Это я не скоро справлюсь, наверное. О, отлично, отлично. Прошел, 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 есть. Так, хорошо, теперь... Да ну что вы все такие назойливые-то, ребят? Все, отвали от меня, отвали. Не трогайте, не трогайте, нет, не трогайте. Блин, вот мне реально... Потом, когда захочу прекратить, нажму на give up. Потому что я не верю, что я это пройду прям в ближайшее время. Так, ну смотри, нет, что, получилось что-то. А тут я в безопасности даже, в принципе. То есть, вот достаточно, главное... Да блин! Да блин, а какого хрена? А, вот так надо. То есть я должен там... Блин, я даже не успел ничего понять. Оттуда всякого дерьма, блин, понакидали. Понавысвечивали, я не знаю, это же лучи, правильно, лучи светят, понавысвечивали всякое. Как вообще там можно протиснуться? Блин. Хорошо, конечно, что я не играю за какого-нибудь жиробаса, типа Гейба Ньюэлла или что-нибудь в этом роде. Как. Я уже играл в такую игру, Гейб Ньюэлл симулятор. Так, но... Тихо, тихо, перестаньте, ребята, ну не так же активно, ну... Да сколько ж можно, блин? Что это за сраный, я не знаю, спидозник такой струей мочи в меня направляет постоянно, огненный? Вот это... И что? А что там делать-то? Это уже реально грустно, просто сдайся. Да погоди, грустно. Мне не грустно, мне весело. Так. О, отлично, получилось. Вот каким-то хреном я это сделал. Здесь тоже прошел. Как мне быть? Ага, меня там тоже достает. Меня везде достает. Везде меня достает. Сколько раз я уже помер, господи. 79 смертей всего-то. А мне так кажется, что уже 279 минимум было. Так. Да я никуда там нигде никак не успел. А стоп, а если мне пришла в голову немножко идиотская идея, конечно, ну-ка. Давай-ка. Не, я думал, как-то там воздух. Не получается, да? Окей, давай, отстань от меня. Встаньте от меня. Что такое, а? Дайте, блин. О, отлично. Так. Тихо. Ну, да у меня просто вообще нет слов. Я не знаю, как там быть. Я вообще не знаю, как туда пройти. Это надо очень быстро. О, во как надо действовать, блин. Ух ты. Да как мне... А, да как мне удалось там выжить-то? Я не понял. Ну, перестань, ну не трогай ты меня. Ну, будь человеком. Будь робот, будь человеком, в конце концов. Робот не хочет быть человеком. Робот хочет быть свинским роботом, блин. Так, вот здесь надо очень быстро поторапливаться. А, вот я как-то умудрился почти и не получилось, да? Так, окей, раз, два... Раз, два. Так, теперь сюда. Раз, два. Вот я... Вот я пробежал почти. Во, вот так, да? Вот так, хорошо. Пол игры пройдено. Только пол игры пройдено. Да это же просто адовый трындец. Это на кого рассчитано? Ох, елки. Ох, елки. Сколько? 13 минут всего играю. У меня ощущение, что прошла сраная вечность. У меня ощущение, что я уже могу ностальгические воспоминания записывать по поводу того, о, как я когда-то 200 лет назад начал играть в Give Up. Серьезно. А прошло всего 13 минут. А я уже реально чувствую себя старым ностальгирующим старпером. Старым старпером, ностальгирующим, тавтологическим старым старпером, если я чувствую. Да блин! А-а-а. Ну, давай вот на эту верхнюю срань. И вперед побежали. Ну что ж ты такой тормоз-то? Раз, два. О, а как ты это сделал? А он этого, собственно, и не сделал. Он тормоз. Ему ничего не удалось. Не задевай башкой самый правый квадратик, идиот. Задевай. Так, раз, два. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Блин, это, конечно, очень жесткая, очень клевая музыка, но она уже меня даже начинает раздражать. Я уже даже не жалею, что я ее, наверное, вырежу. Ставлю какую-нибудь другую, может быть. Так. Ок. А может я ее не вырежу и рискну? Рискну своим аккаунтом. Ну, хотя я не рискну своим аккаунтом. Мне просто контент ID напишет, что. У вас обнаружены устройства. Блин, я только умудряюсь одних перепрыгнуть, там другие. Капец, сколько это будет продолжаться, елки. Это самый долгий уровень пока за все время. Мать его. О, есть. Получилось. Есть. Нет. Ну нет. Давай, сейчас еще раз.
Еще раз у нас получится наверняка, я верю. Я верю в нас. Я верю в нас, маленький синий алкаш, которому явно нехер делать по жизни. Так, сюда. Сюда. Нет, ну куда, ну что, как, ну где? Сюда. Во! Бинго! Так, давай, поехали, 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 поехали! Заебал! Еще раз. Так, давай. Сюда, сюда. Да, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, прыгай, прыгай, уворачивайся. Не, ну вообще, конечно, уклонист он четкий, несмотря на то, что мы сколько раз уже умерли. 134 раза мы уже умерли, если точнее, то все равно надо признать, что он очень четко уклоняется. Потому что вот если бы меня туда, как испытуемого, да, я бы сразу же на первый же шип упал, раком бы сел на него, и все, и жопа моя была в крови. А он умудряется как-то выживать. Так. Ага, окей, окей. А, быстрее, быстрее, нет, ну как вот, как он, блин, на это странное пересечение этих двух говенок лучей попадает-то постоянно. Ох, это да, эта игра, конечно, меня выведет, блин. Гив, мать его, ап. Это хорошо, что я решил, что не буду проходить полностью игры из этой рубрики. Я это еще тогда сказал, когда самая первая серия была по Супер Мит Бою. Это хорошо, потому что я не представляю себе, сколько времени нужно это затратить. Тут же и системы сохранения-то нет, аж по новой все начнется, когда я по новой запущу эту игру, правильно? Ой. Ну, зараза, ну давай этот уровень уже преодолеем-то как-нибудь. Во! Появился шанс! Шанс равного, которому не было уже давно! Мне там надо хладнокровие сохранять. Вот туда я когда попадаю в конец, мне надо там сохранить хладнокровие и умудриться как-то уворачиваться от этого говна. Блин! Да куда ты прыгни, прыгай! Кто тебя просит, блин, прыгай! Муни. Да что ты делаешь? Так, отлично. Давай. А! Это просто не, это нереально. Это вообще, это жесть. У меня просто нет слов, блин. О, о, есть! Ой, 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 ой! Сука! Просто... Ёб твою налево! Я просто, я уже в таком состоянии, это невозможно. Да куда башкой ты, что ты голову не можешь приструнить нормально, дегенерат ты, тупорылый. Я не могу уже больше на это смотреть. Это, я не знаю, кто может что подумает, это все, я действительно настолько зол, блядь, это я не придуриваюсь. Это же, вот попробуйте это под, блин, 170 смертей, да это кого угодно из себя выведет. Ну, это еще и даже на шипы не смог упасть, он умудрился поймать этот луч в воздухе, блин, придурок, тупорылый. Ну, куда, ну почему ты тормозишь, ты можешь быстрее-то это все делать. Я как будто на толчке просрался, наверное, сейчас. Я думаю, так выглядело. Ну вот я не знаю, как избегнуть этого дерьма. Вот. Оно там как-то иногда мне удается, но это скорее как... О! И все равно, и там все, там два луча, и эти два пидораса на меня направились и хотят меня стрелять. Господи, как я умудряюсь одновременно говорить и играть в это, черт возьми. Так. Ой. А чертова знает, может, и запишу потом еще серию по этой. Я не знаю. Просто есть еще игра Give Up 2. Мне бы интереснее было бы Give Up 2 посмотреть после. О, боже. Да, Geometry Dash я теперь буду вспоминать просто с умилением по сравнению с... Да вы как ты в шипы-то долбанный упал? В шипы упал. Всегда, ну, блин, я, ну это уже совсем, ну, это уже просто, я не знаю. Боже мой, какой я злой. Я вообще был когда-то такой злой, я во время Боши был такой злой, честно говоря, я не помню. Да, блин, нет! Нет! Сука! Сука!
Да ну, какая же ты свинья, блядь, просто. Кто, блядь, это придумал? Я хочу в глаза посмотреть этому человеку. Ну, не, ну, вот они специально вот это говно сюда поставили, чтобы я башкой своей упирался. Блядь, все рассчитали, все. Это какой садист, блин, вот. Что, что эти люди делали в детстве? Они, наверное, не просто обливали кошек бензином, они их еще перед этим как тесак мочой обливали, а потом бензином. Хотя кошки-то были не педофилами, они просто так этим занимались. Это такой уровень садизма. Вот действительно, вот что... Хотя кошки бывают педофилами, кстати. Интересный вопрос. Кошка-педофил, я посмотрю. Так. Да как это мне удалось-то сейчас? Ой! Нет, ну что, ну кто там их поставил, эти шипы? Не, я все равно, я, блин, вот этот уровень пройду, а дальше мне насрать. Все, я, короче, я решил. Я решил, что я прохожу этот уровень. Есть, отлично. 21 минуту длится это безобразие. Ну давай, хорошо, давай попробуем. Блин, еще одно. Вот это, что это за колесо сраное? В чем прикол? То есть сейчас. А, это не колесо, господи! Это не колесо, это шестерни. Блин, я когда радовался, я себе, по-моему, руку вывихнул как-то. Я не знаю, у меня что-то рука болит, ребят. Эта игра действительно сделала из меня, блин, инвалида, мать его. Только не психического, а физического. Так. Ау! Хотя психического тоже, я думаю. Адекватные люди себя так не ведут. Куда? Куда ты, гандон, прыгнул? Я уже не могу с ним нормально обратиться. Мне хочется его оскорбить, вот просто без причины. Я не знаю. Так, тихо, берись. Как этого? Я же прошел. Или я прошелся? Мне удалось пройти? Мне, наверное, не удалось, да? Ну, сейчас точно удалось, давай. Ёлки. Ёлки-палки. Да вы чё? Да вы чё, издеваетесь, что ли? Да это же куда? Это же... Понятно. Я не знаю, буду ли я по этой же игре записывать еще одно видео. Как минимум, есть еще, как я уже упоминал, Give Up 2. Посмотрим, посмотрим. Пока. Ребят, я сейчас и так вечный приступ хвачу, поэтому пока хватит. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Открывайте описание к этому ролику, там есть плейлист на такие же хардкорные игры, есть куча других плейлистов, ссылка на группу ВКонтакте, вступайте. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Блять, не могу отойти, да. Всем пока. Кстати говоря, чуть не забыл показать, какого ж хрена-то произойдет, если мы сдадимся. Да, ты сдался. Прикольно. И на эту музыку наверняка тоже заявлены авторские, мать его, права. Все нормально. Так, этой музыки точно не будет. Не каждому быть победителем. А что за дрищавый цветок такой? Это была хорошая попытка. Я хочу какую-нибудь розу пышную, что-то за говно на меня подсоть. Ты старался, ты сделал все, что мог. А победа это еще не все. Это круто. Все, у нас все нормально. Ты нормальный. Спасибо, я как бы знаю. Игра о поражении и неудаче и жалости. Give up. Чё? I won't hold it. Я типа на тебя не злюсь, мы живем и учимся. Я буду здесь, когда понадоблюсь тебе вновь. Я не забуду этот момент. Прощай. Ну и сейчас же наверняка будет, короче говоря, мудак, 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 нет? Должны же затроллить-то под конец. Нет, не должен. Смотри, какая добрая игра. Ну ладно, хорошо. В общем, вот так вот, не такие уж и мы, оказывается, злостные неудачи. Ну, я точнее. Я прекрасно понимаю, что любой человек прошел бы эту игру с первого раза наверняка, прям даже ни разу не умерев, а я вот такой вот лох, что я вот так вот взял и много раз умер. 100 с чем-то раз, по-моему, я умер. Ну окей, короче, вот, показал. А то как-то подумал, нехорошо все-таки, я ж пообещал это в середине видео или когда сделать. А почему я до сих пор триндю, я вот понять не могу. Чего я не заткнусь и не попрощаюсь? Как бы мне же уже вроде бы нечего сказать. Мне вроде нечего сказать, а я все триндю.
Я не знаю. Я трендю и смотрю на надпись give up. Как бы я уже give up, а все равно смотрю на give up. И я все равно. И я ничего смешного уж сказать не смогу, то по-любому. Вот помимо того, что я сейчас говорю. А я сейчас ничего смешного и не говорю. А я просто говорю и говорю. Не знаю, это какая-то проблема, наверное, психологическая. Никак не могу нажать кнопку конец записи. Ну ладно, наверное, пора. В общем, что я там говорил в прошлый раз, точнее, там, 3 минуты назад, вот это все вот вы делаете, да, там, чтобы быть хорошими ребятами. Все смотрите, все везде подписывайтесь, там, все везде лайкаете, да. И, в общем, на этом, наверное, все, да. Это было, пожалуй, самое долгое и занудное, блядь, прощание вообще на всем сраном Ютубе. Ну ладно, всем пока. А, не, я еще не ушел, вот думали, я ушел, да, я взял у них, ладно, короче, все, всем пока.